Друзья, всех приветствую. Это обновленная версия дозатора жидкости. Выглядит он вот таким вот образом. Внешних изменений практически никаких нет. Ну, за исключением вот обновился светодиодный индикатор такой поставил. Все обновления, значит, это программные, внутренние. Значит, прошивка контроллера оптимизирована, сделана под более гибкие, значит, задачи. То есть на этом дозаторе можно, значит, более гибко настроить его под необходимые нужды дозирования. Дозатор работает с импульсными датчиками расхода. Вот, помимо этого можно дозировать жидкость по времени, то есть по таймеру со счетом времени. Кроме всего прочего, значит, здесь какие еще доработки. Может дозатор, помимо того, что использует кнопку пуск-стоп, запускать дозатор с помощью, ну, вот такого вот плана датчиков, например. Вот, то есть вот это, значит, оптический датчик, это емкостный датчик, вот это датчик металла индуктивный. Вот, но о датчиках я расскажу позднее. То есть дозировать можно, инициировать дозацию с помощью этих датчиков. Помимо этого добавил, значит, возможность включения и выключения. То есть перед тем, как начнется основное дозирование жидкости, можно открыть дополнительный клапан, который будет подавать, например, в емкость азот, после чего он закрывается, и в емкость уже подается основная жидкость. Все это временные интервалы также выставляются. Вот сейчас обо всем этом расскажу подробнее. Повторюсь еще раз немного про органы управления индикацией. Вот на верхнем индикаторе здесь показывается жидкость, которая выдается. На этом индикаторе жидкость, которая задана будет. Значит, кнопками больше-меньше задается соответствующее необходимое количество жидкости. Вот. Кнопка сброс все так же. Значит, эта кнопка установка в данном случае она здесь не нужна. Нужна для настроек, для входа в меню, для выбора режимов. Это кнопка пуск-стоп. Мы можем включить, можем выключить этой кнопкой. Вот сейчас дозирование включилось. Включился насос, включился клапан. Вот. Была некоторая задержка. Это как раз таки задержка сработала для включения клапана подачи азота. Ну или что можно подключить. Вот. Затем была, значит, пауза в 1 секунду. И после этого включается насос и открывается основной клапан подачи жидкости. Сейчас посмотрим, что находится внутри дозатора. Значит, здесь низковольтная часть, здесь высоковольтная. Начнем снизу. Вот. Через эти автоматы заходят 3 фазы. Соответственно, эти фазы идут у нас на вот этот пускатель. Значит, что у нас идет далее? Значит, с автомата питания с первой фазы у нас идет на блок питания. Вот, и, соответственно, также еще идет вот на эти клеммы. Значит, отсюда у нас, значит, напряжение поступает вот на вот эти вот 3 клеммы. Электроника ими управляет, вот этими реле. Через них, значит, у нас непосредственно вот на этих клеммах есть напряжение, когда они срабатывают. То есть сюда подключается на клеммы у нас пускатель, а к этим 2 клеммам, непосредственно вот к этим вот винтовым клеммам подключается, значит, на эту подключается клапан для подачи жидкости, а на эту клапан для подачи азота подключается. Здесь, значит, на этой плате я решил не устанавливать блок питания, который раньше делал, решил поставить более качественный. Неплохие вот эти вот блоки питания манвеловские. Вот они, конечно, подороже будут, но при этом у них качество повыше для устойчивой работы всего этого дозатора. Значит, что у нас здесь по подключению с правой части? Так, здесь что нам необходимо подключить? Сверху подключается датчик расхода. Значит, 3-контактные эти датчики, которые у нас импульсные. Соответственно, вот сверху минус питания датчика, сигнальный провод и плюс питания датчика. У разных датчиков может быть разная распиновка. У меня разные датчики. По датчикам без видео можно посмотреть. Вот. Но в данном случае я подключил датчик. Вот. Красный соответствует плюсу, желтый сигнальный, черный это минус. Вот, вот такой датчик расхода подключен для тестов. Следующая клемма, значит, которая здесь используется, вот это вот,
Она для подключения сенсора. Где у меня сенсор? Вот. Вот такого вот формата в данном случае используется сенсор. Это датчик металла, сенсор, ну, индуктивности датчик. Вот такая маркировка у него. Так. Он у меня PNP типа. Вот. И что здесь по подключению идет? Значит, сверху синий — это минус, черный — это сигнальный провод, и коричневый — это плюс. Соответственно, синий, черный и коричневый. Ну, практически у всех датчиков такого типа идет такая, значит, маркировка проводов. В принципе, все. Остальные клеммы здесь не используются. При необходимости можно еще поставить клемму для управления, то есть внешнюю выносную кнопку пуск-стоп сделать с индикацией. Вот. Ну, в данной версии она не нужна. Хочу еще немного добавить по поводу подключения нагрузки. Значит, здесь вот есть такая клеммная группа. Соответственно, первая, вторая, третья колодки. К ним подключается нагрузка на 220 вольт напряжения. Непосредственно к ним и от них питается. На эту колодку подключается, в принципе, любая нагрузка с током до 30 ампер. Здесь есть вот такое вот 30 амперное реле. Но в данном случае будет использоваться клапан для подачи газа. На эту клемму подключается электромагнитный клапан подачи жидкости, и на эту клемму подключается уже пусковой контактор, который включает трехфазный насос. Значит, по поводу подключения, значит, подключается к одному из средних контактов и к одному из крайних, к правому либо к левому контакту. Вот здесь подписан нормально открытый, нормально закрытый. В нормальном состоянии, когда, то есть, напряжения нет, все отключено, напряжение присутствует вот на этом контакте и вот на этом контакте. Когда поступает управляющий сигнал, напряжение появляется вот на этом, ну, между этим и между вот этим контактом. То есть фаза перекидывается вот на этот контакт. Для чего это? То есть можно использовать электромагнитные клапаны разных типов, либо нормально открытые, либо нормально закрытые. Это может быть в разных случаях, то есть если клапан большая часть времени находится, например, в закрытом состоянии, то его необходимо кратковременно открывать. Ну а если он большую часть времени в открытом состоянии, то лучше его кратковременно закрывать. Значит, что здесь по поводу подключения? Если мы используем обычно, например, нормально закрытый клапан, соответственно, он подключается на средний контакт и на левый контакт. В данном состоянии клапан будет закрыт, напряжение на него не приходит. Когда поступает управляющий сигнал, значит, он переключает контакты, соответственно, напряжение появляется здесь и здесь, и клапан у нас открывается. Если использовать клапан нормально открытый, тогда он подключается на центральный контакт и на крайний правый контакт. В нормальном состоянии на этот клапан сразу поступает напряжение, и он закрывается в соответствии с алгоритмом работы. Вот, он будет закрыт, то есть жидкость поступать не будет. Но при этом он будет находиться под напряжением, то есть все время как бы катушка будет работать, нагреваться. О чем я уже и говорил. То есть это все зависит от того, какой режим работы будет. Вот, когда поступит управляющий сигнал сюда, он, соответственно, поменяет с этого контакта, значит, фаза будет находиться здесь, соответственно, клапан отключится и перейдет уже в другое состояние, в закрытое, то есть в открытое, нормально открытое его состояние. Так, что еще по поводу, значит, подключения проводов сюда хотел бы сказать. Обязательно необходимо использовать, например, обжимные вот эти вот гильзы, ну или хотя бы пайку. Ну вот, если провода используются многопроволочные, вот, соответственно, здесь, когда подключаются контакты, какой-нибудь, если не пропаянная или не обжатая проволока, может какая-нибудь маленькая вылезти. Если не сразу коротнет, то может быть позже коротнет, и тогда уже будет беда. Вот на это хотел бы обратить внимание. Даже в слаботочные, если подключение вот на этих контактах, там тоже может быть какое-нибудь, даже если не замыкание произойдет, то будет некорректная работа. Да, вдогонку тогда еще следующий момент. Подключаем мы вот сюда вот, значит,
датчики расхода. Сюда здесь будет подключен сенсор. Вот. Желательно и даже, наверное, очень необходимо подключать их проводами, которые экранированы, то есть экранируемыми проводами. Экран при этом необходимо будет подключить к минусу, то есть к отрицательному контакту, вот здесь и здесь, соответственно. Сейчас протестируем. Значит, для начала мы зайдем в режим настроек, нажимаю кнопку установка, удерживаю и подаю питание. Вот. Сейчас мы находимся, значит, в режиме настроек. Значит, здесь R, это показывает режимы. Соответственно, можем переключить до 5 режимов. Пятый режим — это сервисный режим. В нем мы, наверное, позднее остановимся. Дальше этой кнопкой мы переключаем, значит, между настройками. Здесь можем установить кратность. Значит, больше, меньше. 1, 10 или 100. Ну, это та жидкость, которая, количество жидкости, которое будет задаваться, минимальное. Здесь, соответственно, это импульсы. Вот эти импульсы как раз таки калибруются под вот ту кратность, которая будет выставлена. Если кратность меняется, значит, соответственно, импульсы надо тоже будет менять, калибровать. Ну, по этому у меня есть видео на канале, можно посмотреть. Значит, пятое — это, значит, выбор типа датчиков. Бывает NPN типа или PNP типа. Значит, вот этот датчик у меня, еще раз глянем. Это PNP тип был, да? Так, это PNP типа, соответственно, выберем PNP тип, чтобы датчик работал правильно. Так, что еще? Вот это, значит, у нас таймер для подачи азота. Ну, например, выставим его 1,5 секунды, здесь точностью до 1/10 секунды, до 1/10. Вот так, 1,5 секунды. Здесь в этом же меню можно протестировать этот клапан, например, нажимаем кнопку пуск. Вот там включается реле, которое как раз таки на клапан будет выдавать напряжение, он будет включаться. Клапан на 220 вольт, соответственно, ну, все клапаны здесь. Вот, можно увеличить время, например, 2 секунды, протестировать. То есть, если есть такая необходимость, то можно вот так вот проверить, как он работает. Необходимо, достаточно ли там, или недостаточно этого времени. Ну, сделаем, не знаю, сколько сделаем. Да, если мы поставим 0, соответственно, ну, естественно, работать ничего не будет, то есть клапан уже у нас открываться не будет. Ну, мы поставим пока что, допустим, ну, пусть будет 2,5, например, секунды. Да. Все, для выхода, значит, для начала посмотрим, какой у нас режим 1. Все. Для выхода нажимаем кнопку сброс. Все, теперь мы будем в первом режиме всегда открываться при включении питания. Захотим поменять режим, необходимо будет таким же образом войти, выбрать режим. Если необходимо что-то поменять, кратность или время дозирования. Итак, больше-меньше. Вот мы выбрали по 10 литров или миллилитров, как удобно. Вот, пускай будет так. Нажимаем кнопку пуск. Все, сейчас. Вот, было слышно, как сначала включился клапан подачи азота, затем была пауза в 1 секунду, и включился уже, значит, пускатель, который запускает насос, и также включился реле, который включает электромагнитный клапан подачи жидкости. То есть одновременно они включаются. Выключим. Снова включим. Вот теперь можно, например, подуть датчик расхода. Четко отработала, можно снова нажимаем. Таким вот образом работает этот режим. Проверим следующий режим, это второй режим. Настройки все те же. Значит, второй режим уже работает не вот этой кнопки. Будем нажимать, ничего не действует. Он работает от этого датчика. То есть, если какой-то предмет поднести к нему, или датчик к металлическому предмету, то он сработает, соответственно, выдаст сигнал на включение дозатора. То есть, будем использовать сам корпус.
Так, ну сейчас надо подуть. Все, убираем датчик. Все у нас обнуляется и можно снова дозировать. Вот услышали, как сначала сработал один клапан, затем включился второй клапан и выпускатель. Таким образом работает второй режим, вот как раз таки не используя кнопку пуск-стоп, а уже по вот этому вот сенсору. Теперь проверим третий режим. Третий режим уже работает по времени, здесь задаются секунды, здесь уже соответственно минуты. Вот можно выставлять также больше-меньше, но выставим немного. Пусть будет 6 секунд. Нажимаем кнопку пуск. Также сначала включился, значит, клапан азота. Вот. А теперь время вышло и, соответственно, все отключилось. Можно заново включать. Еще раз повторюсь, если, значит, время клапана азота выставить в ноль, то он не будет включаться, будет сразу включаться дозирование. Сейчас продемонстрирую, как работает без клапана. Соответственно, выставили нули, выходим. Режим у нас также будет третий. Соответственно, просто включаем. Сразу же начинается дозирование. Идет отсчет времени. И выключается. Сейчас протестируем четвертый режим. Будет такой же, как третий. Вот, только управляться будет у нас с помощью датчика. Так, поставим. Пускай у нас полсекунды будет. Проверить можно. Оп, все, выходим. Так, 6 секунд. Ну, пусть будет 5. Так. А, включаем с помощью сенсора. Работало. Еще раз, сейчас полсекунды быстро сработает, значит, первый клапан. Вот клапан быстро сработал. Пауза в секунду и включение основного. Есть еще одна полезная здесь функция. Это, значит, установка дозирования. То есть можно вручную выставить секунды. То есть, ну, мы можем вручную добавить секунды. Вот, а можем с помощью этой кнопки отдозировать. Например, выбираем, значит, какую-то тару, нажимаем кнопку, держим. Вот, идет отсчет времени. Мы смотрим за уровнем, который находится в таре. Если нас устраивает этот уровень, мы отключаем кнопку. Все, время зафиксировалось, сохранилось. И можно дальше уже нажимать дозирование именно по этому таймеру. Ну, вот такая вот удобная функция. Сейчас протестируем последний режим, пятый сервисный. Вот здесь надпись тест. И, значит, с кнопками больше, меньше можно выбирать реле, проверять. Вот это первое реле, можем нажать пуск. Стоп. То есть вот оно срабатывает. Так, второе реле. Третье реле. Четыре — это будет все реле одновременно. А пятое — это, значит, проверка датчика. Вот загорается просто индикатор. Вот. Значит, что это значит? То, что у нас датчик выбран правильно в настройках, и то, что датчик рабочий, показывает, что вот здесь вот индикатор загорается, плюс на самом датчике, то есть и сигнал с датчика приходит на контроллер,
И, соответственно, сам датчик исправен, работает правильно. Если датчик будет, тип датчика выбран другой, то здесь будет наоборот гореть, а если будем подносить, то гаснуть. Либо выбран другой тип датчика, либо будет стоять другой тип датчика. Ну, то есть понятно, что будет работать инвертированно. Для этого необходимо будет поменять тип датчика, и, в принципе, никаких проблем больше не будет. Это все настройки. Сейчас посмотрим на примере первого режима, значит, что происходит внутри контроллера. Сейчас я выставил некоторые значения жидкости, включаю пуск кнопкой. Вот, значит, сначала сработал первый клапан, затем он отключился, через секунду включили, соответственно, пускатель и второй клапан, который здесь должен быть подключен. Вот сейчас происходит набор жидкости. Сейчас подуем расходомер. Счетчик отсчитал жидкость. Все отключилось. Можно нажать заново. Ну или можно выключить вручную. Таким вот образом. Сейчас хотел бы рассказать немного про те датчики, которые можно подключать. Начнем вот с того, который у меня подключен. Вот это. Значит, датчик металла. Значит, у него маркировка вот здесь, вот LJ12 и так далее. 12, насколько я помню, это обозначает размер сенсора, то есть диаметр. Остальное не помню, там зависит тоже там тип NPN, нормальный открытый и все остальное. Так, что здесь есть? Нас интересует напряжение питания от 6 до 36 вольт, постоянный ток. Так, выходной ток до 300 мА, то есть ну, низковольтную, слаботочную какую-то нагрузку можно подключать, управлять ими. Тип NPN и что тут еще? 4 мм. Так, значит, здесь еще на китайском значит, обозначена распиновка. Но, как я уже говорил, на других, кстати, по-английски написано, то есть коричневый это плюс, черный это сигнальный провод, и синий это минус. Соответственно, от размера вот этого вот самого датчика зависит его чувствительность, точнее расстояние чувствительности. У этого датчика есть только индикаторный светодиод, когда он срабатывает, подстроечного резистора нет. Вот. Но, тем не менее, датчик работает нормально, адекватно. Следующий посмотрим вот этот датчик. Это уже сенсорный, это, ну, то есть емкостный датчик. Так, вот его маркировка. LJC18, ну, так понимаю, 18, значит, это вот эта часть миллиметров диаметр. И вот здесь уже по-английски, значит, написано, какие провода. Так, плюс это у нас что получается? Bright, Black и Blue. Ну, такая перевод, так себе. Значит, NPN тип нормально открытый. Тоже от 6 до 36 вольт. Значит, здесь что? Вот переменный резистор подстроечный, вот он, и индикаторный светодиод. Резистор можно подстроить чувствительность. Значит, соответственно, вот провода у них такие. И вот этот оптический датчик. Если я не ошибаюсь, по-моему, у него дальность действия даже что ли не 80 ли сантиметров, а может больше, не знаю. Так, посмотрим на него распиновочку для начала. Вот. Что здесь написано на нем? Вот тут уже подписаны. Более понятно. Да, вот он. От 10 до 80 сантиметров обнаружения. Тоже NPN тип нормально открытый. И напряжение питания здесь исключительно 5 вольт. Это надо учитывать. Значит, здесь все датчики сюда можно подключать. В принципе, они все работают. Если датчик будет, например, от 12 до, там, допустим, 24 там, вольт, то есть напряжение питания выше, то здесь его подключить будет невозможно. Более подробно по этим датчикам у меня есть отдельное видео на канале, можно будет посмотреть. И сейчас протестируем при прежних настройках, то есть ничего не меняя, вот этот вот датчик, уже другого типа.
Значит, здесь датчик у нас NPN типа. Еще раз посмотрим. Здесь стоит PNP. Значит, что мы сделаем? Мы вот выходим в режим наш тестирования. И вот я уже включил проверку датчика, и он уже сработал. То есть, если я поднесу, то он работает инвертированно. Ну, это сенсорный датчик, емкостный. Он работает, срабатывает на металл в том числе, в принципе, неплохо. Это расстояние срабатывания можно регулировать этим резистором. Сейчас поменяю тип датчика в настройках, проверим. Так, делаем NPN. Смотрим. Так. Поскочил. Так. Ну, теперь он срабатывает как положено. На этом, думаю, все. Если у кого-то остались какие-то вопросы, пишите на почту. Спасибо за внимание. Thank you.